Вот они вмятинки. Хорошо видны в дефектовочном экране. Пять штучек. Нет, шесть. Вот она, шестая. Какие-то поменьше, какие-то побольше. Ну, как говорится, делать надо все. Путаем клеем обратным молотком. Вот такой вот простенький. Мало или мало точек. Майданчина справляется со своими обязанностями на 5. Ну, вот, выдернулась вмятинка посередине еще. Между бугорками есть вмятина, но она вышла. Сейчас разбиваем и еще раз предстоит поддернуть. Следующая вмятинка, ну тут она даже немножко нарубится. Похоже. Вот рядом еще две штуки. Я их только чуть-чуть подпробил. Ну вот, успешно выдернул. Теперь осталось ее разбить. Ну вот, две соседние вмятинки есть. Здесь уже все красиво. Вмятинки нет. Выдергиваем следующую. Клеим грибок и смыкаем дальше. Сильно тянуть не стоит, потому что вмятинки маленькие. Потом придется много заливать. Ну, вот очень хорошо вышло. Начинаем ее разбивать. Ну вот смотрим. Чуть-чуть осталось, еще чуть-чуть тут дернуть. И еще одна. Вот здесь рядом еще, вот она видна, маленькая такая, заломчик, не заломчик, маленькая складочка. Ну, ничего, ее тоже полечим. Сейчас вот эту еще надо дернуть. Ну, сразу есть смысл две дернуть. Ну вот я их дернул обе. Отчетливо видны бугорки. Сейчас их забиваем. Солнце, скажи, Инечка, с дядей Митей попрощаться пришла. Да нет, просто пока нас не было, вот тут еще немножко дернул. Дитё, садись в машину. Там ложбинку вот это надо было тоже чуть поднять. Сейчас будем все это дело пробивать. Ну вот они, использованные материалы. Лифтер, молоток, проробойничек. Это такие грибы с магнитами. Вот и все. Отливаться больше не будет? Не знаю.